О, друзья, добро пожаловать на канал «Такие дела». Сегодня мы продолжаем проходить замечательную игру под названием... Resident Evil 2. Черт, мне это радует. Ладно, загружаемся. Мы, кажется, да, были вот в этой замечательной комнате. Причем замечательной, ладно, что-то сегодня все у меня замечательное и прекрасное. Надо снимать уже розовые очки и двигаться дальше. У нас же ни хрена нет патрон. Правда, вот жизнями нас, конечно, не обделили. Там еще два цветочка снизу. Ну, бог с ними, я думаю, не надо сейчас их собирать. Что у нас по патронам? О, у нас печаль вообще полнейшая по патронам. У нас есть дробовик с малым количеством патрон. Значит, здесь наверняка что-нибудь будет. Так, попробуем это обследовать. Нет, друг не хочет это обследовать. Ладно. И вот в эту комнатку зайти, в которую мы так и не попали в прошлой серии. Судя по звукам... Зомби и прочей ереси здесь нет. Ладно. Тут у нас ничего нет. Жаль. Ничего, только картина маслом, обернутая в ткани. Господи. Так. Покрыта толстым слоем пыли. Хорошо. Это мы посмотрели. Здесь на полке нет ничего полезного. Жаль. Тут ленту. Ну, конечно же, взять. Ладно, с лентами у нас вроде пока что проблем никаких не было. О, ключ от участка. Это то, что нам было нужно. Хорошо. Тут у нас что? Чувствую, это статуя. Не просто так здесь стоит. Каменная статуя рыцаря. На пьедестале надпись. Зажги два света. Так, и этот парень оживет. Ну, тут, я думаю, все достаточно очевидно. Так что сначала мы обследуем полностью эту комнату, а дальше будем уже... смотреть, что и да как. Уже нести сюда два красных камня. Ну, просто очевидно. Надо искать было что-то. Два. Два красных камня. Еще что-то, две штуки. Вот, главное, мы взяли ключ. И это значит, что мы сможем теперь войти в двери, в которые раньше не могли войти. И это очень хорошо. Сначала мы зайдем сюда. Пообщаемся с нашим ящиком. Любимым. Уже, можно сказать, родным. Что-то странное, сегодня прям заговариваюсь. Надо было разговориться перед тем, как начинать записывать, но что-то как-то не срослось. Ладно. Идем сюда, забираем это дело. Идем сюда, забираем это дело. Краник, я думаю, нам пока что не нужен, как и та затычка. Затычка. Иди, ферзя. Надо же было такое придумать. Ладно. На дверях, когда они открываются, не хватает карты нормалей. Ну, это была шутка. А то скажете, вообще больной парень. Вот. Так. Сейчас бежим сюда. Тут вставляем статую женщины. Здесь есть угловатое углубление. Величиной в кулак. О боже, о чем я подумал? Не надо. Фу-фу-фу. У женщины есть углубление размером с кулак. Ладно. Отставить. Что у нас здесь появилось? Что-то открылось. Затычка король. Понятно. Ничего в итоге не дало нам. Лишь бы сейчас ничего не свалилось на нас в виде зомби. Или что-нибудь в этом духе, что будет отнимать патроны. Это было бы крайне неприятно. Ладно. Тут у нас вроде ничего такого не было. Вот вопрос насчет соседней комнаты, вот этой вот. По-моему, она с выходом на улицу. Но там у нас не было никаких... Нет, это не выход на улицу, это выход к воронам. Выход к воронам, не помню, привел ли нас какую-нибудь дверь, которая... Ладно, в любом случае, сейчас хочу в сундук выложить нашу затычку очередную. Вот, после чего будем двигаться уже к воронам, пробежим дальше мимо них. Потом мы поищем какую-нибудь дверку. Так, сюда. Куда сможем зайти при помощи нового ключа. Если не сможем, то, естественно, будем двигаться в обратную сторону. Ну, это вполне логично. Так, сюда идем. Ой, лишь бы вороны нас жизни не сражали. Потому что не хочется уж тратить больно их. Такую ерунду, как вороны.
Ладно, сначала зайдем сюда. Дезактивируем их. То, что ж такое, не разговаривался, совершенно не разговаривался. Ну, я думаю, попозже будет легче. Возможно, давайте спустимся вниз заодно. Здесь мы возьмем два цветочка. У нас же место есть. Вот. Ну-ка. Естественно, взять зеленую траву. И вторую зеленую траву тоже возьмем. Так, хорошо. Это мы сделали. Эта дверь нас приведет, по-моему, к красной комнате. К парню, который лежал на земле. Ну, в принципе, удобно. Такой небольшой срез у нас есть. Вот. Теперь мы мимо ворон побежим. Здесь бы на них не попасть. Так, 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 так. И оп, аккуратно. Главное, это было сделать четко. И все. Иначе, если бы замешкало, они бы точно нас сожрали. Так, тут у нас разбитый вертолет. Все понятно. Внизу вспоминаем. Была только дверь зомби и с парочкой патрон, которые мне не влезли, к сожалению. Убивать тех зомби ради двух патрон невыгодно. Ну, то есть 15 патрон на пистолет, они стоят двух патрон на... Стоп, пока ворон нет. Обыскать эти ящики. Ничего не находит. Что-нибудь есть? Нет. Ладно, бежим. Бежим. Только не тормози, пожалуйста. Вороны дело такое опасное. Глаза выклюют просто на раз. Особенно, если смотреть в интернете различные видео, где вороны нападают на кошек. Ладно. Чушь несу. Так. Идем сюда. Выкладываем, наверное, нашу траву вот сюда куда-нибудь. Стоп. Вот. И вот сюда. Хорошо. Слишком... Конечно, хорошо было бы одну травку с собой иметь. На всякий случай. Но я думаю, если нам придется ей воспользоваться, мы сможем убежать. Так. Тут у нас вроде бы ничего такого особого не было. Вот вопрос. Нужно ли нам идти еще на третий этаж? Смотреть, что там. Пожарную лестницу мы скинули. Точно скинули? Нет, не надо спускаться по лестнице. Главное, что мы ее скинули. И теперь будем идти вот сюда. Там уже мы будем тихонечко смотреть во все комнаты, чтобы не пропустить ничего. Тут мы все обыскали. Теперь вот зайдем наверх на всякий случай. Там попадем на третий этаж, кажется, который нам ничем не поможет. Там ведь будет не хватать одной шестеренки, а у нас вроде бы все есть. Блин, ничего нет. Да? Да. Так, а с этой стороны... Ой, ладно, давайте рискнем. Чего бы нет? Заодно вспомним, что было. А то как-то для меня день прошел с прошлой серии. Я как-то немного запамятовал. Ладно, здесь ничего такого особого нет. Мы уже здесь были. Хорошо. Не знаю, хоть саму карту рисуй и пиши, что-то где находится. Жаль, что в современных играх до сих пор не ввели функцию писать комментарии на локации. Нет, ну конечно существует, там в армии второй какой-нибудь такая способность, но я имею в виду немного другое. Вот, например, сейчас мы бегаем, да? А могли бы открыть карту и написать свой комментарий, что думаем по поводу той или иной комнаты. Например, мы там что-то забыли. По-моему, идея неплохая. Жаль, я такого не встречал. Так. Тут мы все пооткрывали, тут у нас все заколочено. Я все еще боюсь этого отверстия под дверью. Потому что мне постоянно кажется, что оттуда что-нибудь вылезет, какая-нибудь нога и засосет нас внутрь. Ну, в Dead Space переиграл. Вот, тут у нас что? Тут у нас все спокойно. Тут комната Stars, в которой мы уже бывали. И там у нас вроде не было никаких комнат, которые открываются ферзем, да? Да, вроде там точно не было. И в второй комнате тоже. Так, как и здесь. Здесь ручка все еще не поворачивается. Это понятно. Тут мы спускаемся вниз. Все-таки могли срезать небольшой кусочек здесь. Ну да ладно. Я думаю, мы не сильно много теряем. Так, сейчас, наверное, пойдем сюда. Не знаю, сохраняться или нет. Нужно ли нам это? У нас никакой пленки нет, чтобы проявлять. Вообще, зачем я сюда зашел? Ладно, глупость какая-то. Можно сказать, сделал, не подумав. Вот.
точно вспомнил, куда нам нужно. Примерно сюда. Нам вот в эту дверь, наверное. Да. В ней мы еще не были. Посмотрим, чем он нас порадует. Надеюсь, там зомби не будет, потому что сами знаете, патроны у нас беда. Ладно, их трое. Можно, наверное, патрон для дробовика потратить. Что-то... Я немного испугался. Ладно, когда взял-то. Дело все. Ой, ладно. Вздохнули. И... Обидно. Так, ладно, сейчас мы его вот так вот сделаем. Там еще один. Блин, просто так мы его не убьем. Счастье. Ладно, пока что здесь разберемся. Он где-то там справа. Замок сломан, и открыть его нельзя. Жаль. Так, тут у нас что-нибудь есть? Вроде ничего. В этих документах. И вот сейчас вот зомби выйдет, и я, как всегда, его не замечу. Давайте сделаем следующее. Мы выйдем отсюда, зайдем, он появится на месте, где должен быть, после чего мы его убьем с ножа. Будем медленно, наверное, к нему подходить и примерно так действовать. В общем, зарежем его. Парня. Где наш нож? Взяли нож. Ах, ваши здесь двое. Ладно. Двоих я просто так не перебью. Так, один точно труп. Что у нас со здоровьем? Все хорошо, вроде со здоровьем. Берем нож. Не уверен, насчет второго, умер ли он. Или как всегда врут меня. Да врут, поди. Не мертв он. Вот кота. Лег ведь так, ладно. Ну, вроде мертвый. Хорошо. Патрон бы дали. Что у нас здесь? Ага, пленка. Понятно, куда теперь нужно идти. В камеру. В камеру, господи, в темную комнату. Вот, тут вроде документы никакие неиспользуемые. Вот, здесь у нас вроде бы тоже ничего нет. Тут осталась только дверь. Надеюсь, это того стоило, потому что... Замок открыт, ладно. Куда он нас выведет? Но опять же, если что, я резко разворачиваюсь. Иначе у нас, как всегда, очень плохо с патронами все. А нет, вроде неплохо. Все понятно, к нам попали. Ой. Ой, какой он резко учернел-то, а? Штрам появились. Я надеялся, что нам кто-нибудь скажет. Стоять! Отходи от него, отходи от него, отходи от него. Зараза. Того не стоит. Ладно, цветок у нас есть. Да заруби ты его. Зараза тупая. Отпусти меня. Выйти отсюда, что ли? Да хрен его знает. Ладно, лучше, наверное, его убить. Я уверен, что у него что-то есть. Фух, не знаю, почему я нервничаю. Так, ладно. Правда, я забываю, это вообще хрень. Так, нож срочно в руки. Бегаем. Ну уже вроде все. Что ж такое живучий, да? Свежие живучие. Только не говори, что заставишь меня потратить патрон для дробовика. Так. Спись. Ладно, еще раз попробую. О, у нас плохо сейчас со здоровьем все. Ой, ладно. Ладно, у нас цветы есть. Давай. Хорошо, не буду использовать, возьму нож. Все понятно. Черт, фиговое дело. Взять зеленую траву, да. Надо было просто убежать. Разводить его здесь и убегать.
Вроде из него ничего не выпало такого ценного. Ладно, сегодняшняя дата 29 сентября. Михайлов день. Ладно, какая-то записочка, я вижу, выделяется. Ну-ка. Записка Леону. Хорошо. Леону Кеннеди. Поздравляем с переводом в отделение полиции Ракон-Сити. Мы рады вашему вступлению в наши ряды и надеемся на долгое плодотворное сотрудничество. Добро пожаловать на борт. От всех сотрудников полиции Ракон-Сити. Это было приятно. Ладно. Патрон для пистолета. Быть не может. Чудо. Так, надеюсь, у нас будет много сейчас патрон. Перезаряжай давай. Есть. Жить можно. Вот, если бы вы играли бы в какую-либо игру, и у вас оставался выбор между одной жизнью и множеством патрон, или же множеством жизней, но нет патрон. Что бы вы предпочли? Так, ладно. Тут вроде тоже ничего нет. Все потихонечку обыскиваем. Ох, жалко этого мужика, конечно, но он, зараза, еще тот зомби. Не зря все пошло из Африки. Все эти культы и прочее. Не просто так они все такие. Ладно. Главное, тут тоже интересная картина разворачивается. То есть этот парень отбивался вот от этого безголового зомби, врезал ему голову и умер сам. Жаль, конечно. О, отлично, вроде все виды ключей мы собрали. Это хорошо. Хорошо, рамка. Видимо, семейное фото. Здесь патронов никаких нет, точно. Жаль. Кстати, надо еще зомби обыскать. Что-то вот единственное, кого я не обыскал, это его. Хотя это, наверное, самая очевидная и самая выделяющаяся деталь из этого всего. Ну-ка. Ну, вроде ничего не нахожу такого полезного. А жаль. Вот сейчас нам еще какого-нибудь врага встретить, и все, это будет конец. Ничего подозрительного. Жаль, что тебя интересует только подозрительное. Могло бы интересовать что-нибудь полезное. Например, патроны, которые могли бы лежать день здесь. Нет? Ну ладно. Нет? Так нет. Выходим отсюда. Замок открыт. Наверное, сейчас сохранимся. Или сначала сбегаем, восстановим жизни, и потом сохранимся. Да, наверное, так будет отличнее. Вот в эту вот комнатку. У нас есть короткие пути для всего этого дела. Так, заходим сюда. Дали бы побольше нам патрон. Или оружие, которое будет нам помогать убивать этих тварей. Во много раз лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Так, ну-ка, сюда. Нет, 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 отмена. Мы уходим отсюда. Давай. Теперь мы комбинируем. Объединить вот с этим, да, и это использовать. Оп, сразу у нас здоровье, со здоровьем все очень хорошо. Предлагаю, хотя нет, не будем сейчас пока что сохраняться, у нас все равно серия еще не скоро закончится. Вот, так что будем продолжать. Значит, что мы сделали? Мы убили того парня. Теперь, наверное, будем... А хотя что нам терять? Давайте с той стороны будем дальше двигаться. В обратном направлении, за ним направление менять, правильно? Оттуда пришли, оттуда и придем. Чтобы ничего не пропустить. Чтобы все было прямо перед нами. Вот, два ключа у нас есть. Это уже огромный плюс. Так, раньше, кстати, этот парнишка тут лежал. Ну ладно. Благо хотя бы с аптечками не обделяют. Иначе был бы вообще полный край. И мы ничего не смогли сделать. Было бы обидно на самом деле. Так, тут мы тоже ничего хорошего особо не нашли. Хотя искали. Вот, выбираемся отсюда. Наверное, пошли проверять пленку. Что-то мне кажется, что мы здесь что-то встретим. Не знаю, почему, но какие-то ощущения такие остались. Может быть, это, конечно, будет в третьей части. Да, я наспойлерю. В третьей части мы будем именно здесь. Так, сундучок нам пока что не нужен. Нам нужно проявлять пленку. Я могу проявить пленку. Хорошо. Использовать. Пленка. Пусто. Эксперимент над человеческим телом. Код G. И все? Жесть, рука какая-то. Ладно. Нет, мы сделали.
Документы и фотографии получили. Наверное, будем двигаться назад. Кстати, мы можем взять сейчас маленький ключик и открыть патроны, но, блин, что-то мне подсказывает, что маленький ключик, позволяющий открывать нам все что угодно, еще нам понадобится. Вот эта игра, конечно, завораживает. Заставляет полностью в себя погрузиться. Так, дурацкие руки, как я не люблю этот момент, вы бы знали. А потом пугает чем-то таким достаточно очевидным, но... Но страшным. Просто вот, например, руки здесь вполне можно было ожидать, но напугало конкретно. Так, в этой комнате у нас что надо вспомнить? Здесь, по-моему, были архивы, и никакой дополнительной двери не было. Хотя, наверное, надо проверить, потому что насчет двери я как-то не акцентировал свое внимание. Вот. Нет, двери здесь точно нет. Это хорошо. Рычаг мы отсюда брали. Все правильно сделали. Так. Стоп. Тут мы ничего не можем сделать. Еще жалюзи. Нет, никак. Провод перерезан. А жаль. Опустить бы эти металлические здоровые жалюзи нам бы не помешало, потому что, блин, зомби с другой стороны действительно могут представлять огромную опасность. Они, конечно, тоже могут нам помочь в какой-то степени тем, что, ну, открытые окна, в смысле, могут нам помочь, не знаю. Открытые окна нам могут помочь, что зомби могут выйти отсюда. Это, пожалуй, единственный плюс, который может быть от открытых окон. С другой стороны, если они не выйдут, а будут только заползать, то это фигово. Вот, ладно. Благо, мы тут всех перестреляли. Это хорошо. Вот в синей комнате, не помню, убивали ли мы всех зомби или нет. Вроде да, убивали. Так, дальше мы пока что идти не будем. Давайте зайдем в синюю комнату, и там мы сможем пройти на улицу и пройдем по кругу, грубо говоря. Так что нам, наверное, вот сюда надо идти. Будем смотреть, что здесь. Здесь у нас были точно враги. Здесь мы ключ от участка используем. Он больше нам не нужен, и мы его бросаем. В этой комнате зомби, насколько помню, не было, потому что мы ее видели насквозь через стекло. Здесь мы видим, что... О, господи, свое отражение. Испугался его. Спрей берем? Да, берем, конечно. Тут у нас что-то мигало, вот это меня постоянно напрягало. Ладья. Все собрать! Беги отсюда, господи! Тут что, что-то лежит? Да. Ты беги отсюда нафиг. Буду еще с ним сражаться. Фух, чуть не обделался. Нафиг отсюда бежать. Хотя, с другой стороны, там еще была дверь. Ладно, пройдемся. Вот сюда. Заперто. Трёф. Господи, мы еще один ключ не взяли до сих пор. Ладно, пошли двери, окна, жалюзи закрывать. Во. А то вот меня этот вопрос все еще волновал. И наконец-то мы нашли на него ответ. Так, быстрее. Надо закрыть, чтобы не вползали, гады. Бежим. Кстати, какой у нас ключ остался? Черви. Хорошо. Зайдем сюда или жалюзи опустим? Нет, надо первостепенную задачу решить. Надо опустить жалюзи, иначе, блин, эти гады наползут. Но больше в той части коридора нам ничего было не нужно, что, собственно, хорошо. Тогда бегом. Конечно, мы сейчас бегаем и сильно привлекаем внимание, однако надо это сделать, потому что зомби нас могут окружить. Особенно, если что-то начнет сильно шуметь. Откуда в соседней комнате, там, где стекло сломалось, была эта тварюга? Хотя, может, по вентиляции пролезла. Да, скорее всего. Потому что мы уже были в том коридоре. Вот. Давай сюда. Используем. Фух. Быть не может. Кстати, кто-то... Этот кусок провода можно было отрезать из другого места. Не обязательно было находить на каком-то столе. Ух, жесть какая. Ладно, странно, я думал, все окна опустятся. Это плохо, конечно.
Значит, что у нас есть? У нас есть фигурка, которая, опять же, непонятно зачем нужна, но будем складывать в ящичек. Вот кто-нибудь сюда. Как и штучку с лечением. Оп. Медицинский спрей. Это мы сложили. Теперь будем двигаться дальше в том направлении. После чего найдем, наверное, дверь, куда мы могли пойти. Значком трефа. Ой, фу, господи, треф. Что говорю? Со значком червей. Ох уж эти карты. Ладно. Там мы разобрались. Сюда теперь нужно зайти. Точно все осмотреть, чтобы быть уверенными на 100%. Вот видите, как плохо делать слепые прохождения. Сам не знаю, чего ждать. Тут у нас было что-то, по-моему, растение, да? Во, видите как, тоже не зря сходили и цветочек подобрали. Правда, патрончики нам больше понадобились, но в любом случае. Вот. Ключ больше бесполезен. Откуда наш герой знает, что он больше нам не понадобится? Ну ладно, в принципе, в этом есть свои плюсы. Готовы разворачиваться? Я готов. О, что-то мне подсказывает, что нам патрон не хватит. Давай собирай зеленую траву. Теперь я эту зеленую траву собирай. Зеленой травы мало не бывает. Немало-то бывает, много и не бывает. Ну давайте, что сейчас вылезет из этих окон, как мы думаем. Что? Переключатель, открывающий и закрывающий жалюзи, нельзя активировать, провод перерезан. Господи, зачем я сходил туда и закрыл именно те жалюзи? Надо было я те закрывать. Эти страшнее. Что у нас здесь? О, вот это... Спасибо большое. Ну-ка, перезаряжай. Хорошо, это мы сделали. Но все же, с пистолетом я чувствую себя как-то... увереннее. Так, значок трефа нам нужен. Ладно. Надо было закрывать эти окна. Офигово дело. Ладно, надеюсь, эту сирену мы не можем нажать. Я уверен, что это сирена. А снизу будут пауки. Прям чувствую. Что-то нехорошее здесь. Я все понял. Это самое худшее, что здесь можно было встретить, это собаку. Господи, успел забраться наверх. Ой, ладно, так. Дробовик. Вот что-что, а собак я ненавижу в этой игре. Ладно. Давай. У них слюна течет еще, охренеть. Ты что ж резко-то? Вот и хрен попадешь. Без отряда никогда. Что по патронам? Заряжай. Осталась одна собака, которая где-то застряла. Две. Вот зараза, да? Обманули меня. Так, с другой стороны, они так сгруппировались, хорошо. А ведь ножом их не зарежем. Ой, ладно. Зря я начал стрелять в пол. Это было моей фатальной, наверное, ошибкой. Потому что патронам действительно не хватит совершенно. Их убийство. Ладно. Мы будем пытаться их сгруппировать. Стреляй! Постреляй! Есть. Еще один заряд. По их меню. Еще есть звуки. Звуки есть, спрашиваю. Живые. Бежим отсюда к ящику назад. Ползем, как можем. Еле выжили. Я бы даже не назвал, что мы выжили. Как-то. Ладно, не будем рисковать. Давайте в любом случае назад. Хотя вдруг нас там убьют. Жаль. Объединить вот с этим. Смешать травы, да, использовать. Хорошо, ладно, все еще мы можем двигаться дальше.
Ну, ужас какой, ладно. Давай сначала пойдем в эту сторону. Что у нас здесь? Непонятно. Мусорные контейнеры. Не хочешь исследовать? О, что-то нашел. Фух, мое спасение. Ладно. Здесь открыто. Ладно. Не нравятся мне такие двери. Либо они ведут куда-то... К собакам. Сейчас. Не хватит у меня патрон. Судя по звукам, их много. Они слепые, да? Приближается. Все ближе. И ближе. Ну же. Ни хрена ж не видно. А, недалековато, ладно. Пока что подбирай красную траву, да. Подбирай. Здесь тоже. Что можешь, бери. Попытаемся выйти сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нафиг отсюда, нафиг, нафиг, нафиг. Ужасное место. Фух. Дальше сюда мы не пойдем. Ну, пока что так сядем поудобнее, а то я чувствую, если что, нам будет очень плохо. Так, сначала. О, господи. Уже три двери, которые мы можем открыть значком трефа. Ладно. Значком. Ключом трефа. Его еще найти надо. Так, здесь вот что. Хоть никого не было, пожалуйста. Так, цветочек. Кстати, разработчики, видимо, знали, что нам будет фигово. В этом моменте со здоровьем. Так, на потолке какая-то фигня. Дырка. Так. Панель резервного энергоснабжения. Энергию можно перенаправить в районы с недостаточным энергоснабжением с помощью этих 5 переключателей. Повышенная мощность может вызвать перегрузку. Ну-ка, не тупи, пожалуйста. Так, переключатель. Нажать вверх. Попробуем. Вверх. Напряжение слишком высокое. Хм. Так, ладно, понятно. У нас тут... Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Напряжение норма. Хорошо. Я правда не знаю. А, все, понятно. Теперь можно туда зайти. Не до загадка, но ладно. Что у нас здесь? О, какая-то кукурузина валяется. Так, карта полицейского участка. Видимо, подъезд номер 1. Возьмите ее, да, конечно. А, здание 1. Господи. Ладно. Так, могло бы, кстати, на стене висеть, а наш парень прочитать ее. Или сорвать. Тоже, в принципе, могло бы иметь место. Значит, здесь у нас ничего больше нет. Мы сюда заходили только для того, чтобы открыть замок. Все, мы это дело запомнили. Так, здесь у нас больше ничего нет. Зато теперь эта дверь открыта. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Арсенал. Закрыто на электронный замок. Слева устройство для считывания карт. Оно включено, я понял. Нам нужно найти какую-то карту. Судя по всему, это будет здесь, на парковке. Наверное, мы здесь найдем какую-то карту. У нас была своя собственная карта, которую мы в компьютер вставляли, чтобы открыть дверь. Так, благо, пока что монстров никаких не слышно и не видно. Надеюсь, их и не будет. Может, как-то напряжно. Машинки, все дела. Ёшь-то, матрёшь-то. Почему я так напряжен? Здравствуйте. Sorry about that. Извини за это. The uniform, I thought you were another zombie. И когда видел твою униформу, я подумал, что ты один зомби. Who are you? Ты кто? Ada Wong. And what are you doing here? И что ты здесь делаешь? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop.
I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. Короче, он заперся в каком-то комплексе, в каком-то блоке, и она ищет другой путь туда пробраться. Если мы будем двигаться вместе, работать вместе, то мы сможем сдвигнуть эту хрень. Так, сначала, прежде чем двигать, мы будем преследовать свои цели. Сначала возьмем травку, потом уже будем искать что-нибудь полезное на парковке. Например, патрон и всего в этом духе. Потом я тебе помогу. Потому что мне как-то преследовать свои цели мелкие, однако важно. Потому что это выживание. Так, тут у нас что-нибудь есть. Сейчас. Ты не торопись. Тут что-нибудь есть, тут ничего нет. Странно, что она по нам промазала. Возможно, специально. Могла бы поделиться патронами, если у нее так их много. Так, машина не на ручнике, но в одиночку мне ее не сдвинуть. Хорошо, давай. Не знаю, как они вместе ее приподнимают, но выглядит тяжело в любом случае. Так, вот открылся какой-то проход. Надеюсь, она нам даст карточку и сама запрется там. Можно сказать спасибо там, что на духе нет. Просто заходишь и все. Удивительно. Ну ладно. Ada, wait! Подожди. Куда побежал-то? Я не буду так торопиться. У меня патрон мало. А хедшоты вешать я не умею. Так, либо она пошла сюда, либо туда. Значит, посмотрим здесь, наверное. Черт, мы сюда можем зайти. Как я это не люблю, когда можем заходить куда-то. В арсенал я с тобой сюда попал. Так, есть у меня небольшая идея. Вот клетки этой. Клетка может сломаться в любой момент. Черт. Вот гад. Ладно. Красный цветок и приманка. Крышка плотно закрыта. Ее можно открыть только с помощью специального инструмента. Попробуем ее застрелить, эту собаку, потому что... Еще есть собак такая. Так, не можешь больше взять, да? Ладно, попытаемся сделать так. Объединить с этим, да. Вот так сознал. Манука. Травой. Беги давай. И пытаться перестрелять. Может, там в камере что-то будет. Живучая зараза, главное еще, а? Патронов не осталось. Надеюсь, это устоило. Хотя бы обойма там будет. Ладно. Чем там крышку надо было подцепить? О, я забыл совсем, зачем нужен синий цветок. Синяя трава. Давайте почитаем ее описание. Синяя трава. Информация. Особые травы, растущие в районе Ракун-Сити. Хорошо. Он, кстати, специально из них... Специально, а именно из них делали всякие Т-вирусы и прочую ерунду. Именно поэтому, именно в этом городе и началась хрень. Так, может, патрон найди? Было бы неплохо найти патрон, на самом деле. Так, ладно, будем искать специальный инструмент. Можно было бы, конечно, дело открыть топором. Цепить как-нибудь. Ну, тут надо смотреть, так что сказать, конечно. Ладно, пока что движемся дальше. Назад нам возвращаться сейчас не резон. Карта. Возможно, это нам понадобится. Но это не карта. Жаль. Объединяем вот эти две штуки, да. И берем патроны. Для пистолета. Что у нас здесь? Контрольная панель, позволяющая отпереть замок. Замок? Что замок? Открыт. Хорошо. То есть нам сюда надо идти, да? Патроны бы. Можно больше патронов. Потому что мне кажется, что сейчас мы
мы перейдем в что-то не очень хорошее. Тюрьма. Куча растений. Зачем вам начали давать синие цветы? Цветы, господи. Чего у нас? О! Let me guess. You must be Ben, right? Get up, now! Так, я угадаю, это, возможно, Бен. What do you want? Вставай. I'm trying to sleep here. Чё тебе надо? Я здесь сплю. Is this the guy? Это тот самый парень? Ben, you told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? Ты видел что-нибудь новое по поводу того, что здесь происходит? И что ты им сказал? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. То есть найти своего парня по имени Джонс. Он работает в Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only thing going around. Не хочу отсюда, потому что там зомби и прочая ерунда. What was that? Что это? Like I said, кто это? I'm not leaving this cell. Как я уже сказал, я не уберусь отсюда. Убирайтесь отсюда и покиньте меня. Я никуда не пойду. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. Если ты хочешь жить или выбраться, делай со мной. There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Короче, ни хрена не просто будет выбраться отсюда. Окей, я иду. Что такое? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. А, нет, нет, нет. Он не говорит. Я понял, что он не говорит. Не хочу. Давай сюда. Так, тут на что? О, боже мой. Бугор. Ну, давайте мы это объединим вот с этой штукой. Смешать, да, получится вот такая вообще смесь трав дьявольская. И берем специальную хрень под названием лом, чтобы открывать специфические двери. Так, тут у нас ничего. Конечно, прошу прощения за перевод, он просто ужасен и отвратителен, я знаю. Да куча еще половины не перевел. Потому что как-то на самом деле не очень просто. Ладно. Куда он нам предлагал идти? Я на самом деле картой еще не пользовался. Нам надо прямо и налево. Куда-то он туда плывет, что надо двигаться. Ну, давай попробуем. Так, тихо. Вот куда-то сюда. Видимо, нам надо спускаться вниз, но что-то мне не хочется спускаться вниз, в канализацию. Ну, идея не лучше. Так, попробуем, наверное. Надеюсь, там будет сохранение. Вот, хорошо, давай используем лом, чтобы его больше с собой не таскать, и место, чтобы он не занимал. Ну, если что, в любом случае сможем спуститься, не правда ли? Спуститься по лестнице, ну, давай, конечно, чего отказываться там. Коль могём, так сделаем. Как знал, пауки. Ненавижу пауков. Потому что змеи, пауки — это излюбленная тема всех серий Обителя зла. Как перевели фильм. Кстати, кто знает, что изначальная версия в Японии называлась Biohazard, ставим пальцы вверх. Так, где у нас тут сохранение? Это уже как-то бродим, бродим, ходим, бродим, а полезного ничего так и не нашли, кроме арсенала и... Даже ключ карты не взяли. Ну ладно, надо сейчас уже выдвигаться отсюда, как можно дальше, убегать, сохраняться, спасаться, жить и получать удовольствие от жизни. Потому что это какая-то жесть. Так, неужели я не могу воспользоваться вот этой штукой? Удивительно. Ну ладно. В принципе, в этом действительно, наверное, есть какой-то толк. Давай поднимайся по лестнице.
Интересно, как нам далеко сейчас двигаться до сохранения? Что-то я как-то не припомню, где у нас было последнее. Тут ли мы были? А, заперто, точно. Значок в виде трефа. Такое не сбывается. Чувствую, сюда что-то влетит. Зомби какие-нибудь. Зачем же я так поторопился-то? Ладно. Мы тут можем сохраниться, нет? Или там мы можем сохраниться? Да не, нифига. Нигде здесь мы не можем сохраниться. Нам приходится бежать самый-самый-самый-самый-самый-самый зад. Ну ладно. Ничего страшного, я думаю, мы сбегаем. В любом случае, надо передохнуть. Игра дарит просто массу и бурь эмоций. Серьезно? Не. Каждый раз это говорю, что не ожидал от этой игры. Бурь эмоций. Ну вот, собственно, она их дарит. Так, так что всю серию мы обязательно пройдем. Так, зачем только нам срез здесь нужен? Не совсем понятно. У нас нет записи. Ёшь, смотрю, что ж надо бегать все время? Как-то это немного печалит меня. Просто не хочется обрезать такие моменты. Я, конечно, понимаю, что вам особо весело смотреть на то, как я бегаю туда-сюда, без толку. Прежде чем попрощаться, но... В любом случае, я думаю, это достаточно интересно. Так, это мы кладем сюда. Просто зеленую травку мы кладем сюда. Супер травку, наверное, мы оставим себе, а? Спросите, зачем мне супер зеленая травка? Я думаю, что пауки нас будут травить. Есть такое подозрение у меня. И, скорее всего, я прав. Потому что что-то помнится мне, что синяя трава, она излечивала от ядов различных. Паучьих ядов. Кстати, отлично, такие мутагенные пауки здоровые. Надо было таких вырастить. Так. Хотите использовать ленту? Конечно, хочу. Давай новую ленту там нам записываем. А старая не трожь. Ну что ж, друзья, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Такие дела.